Всем привет! Это проект «Буду худеть», где я за 100 дней потеряю лишних 25 килограмм. В прошлом выпуске я говорил, какие первые шаги я предпринял к телу своей мечты. Шаги – слово ключевое. Воу! Я сделал 135 тысяч шагов за 7 дней при 35-градусной жаре. Раньше я бы просто ныл лежа на кровати и перекладывал дела на потом. Я стал пить больше воды, и это очень круто сказалось на работе головы. Я стал больше делать, чем думать. По-моему, это очень крутой результат. У меня был даже один эмоциональный срыв. Я покупал билеты через приложение РЖД. Я себя сам поздравляю с этим, потому что это мой первый срыв за год с небольшим. Ребята действительно постарались. Вполне возможно, что это связано как-то с перегревом головы на солнце, но я обратил внимание, что в этот день я пил меньше всего воды. Я думаю, что это не просто совпадение. Я просто без ума от таргетированной рекламы, потому что один раз вводишь, ищу лыжи, и потом еще полгода наслаждаешься рекламой лыж, ботинок, ну и всякой там смазки. На этот раз до меня дошла реклама из выпуска «Как похудеть», и это просто жесть. Я уже говорил об своем отношении к некоторым способам похудения, но на этот раз они переплюнули даже китайские чаи. И этот выпуск будет про самые безумные способы похудеть. Глоточек воды, чтобы не сойти с ума. Перед началом хотелось бы сказать, что магазин на диване, который я смотрел лет 7 назад, подкинул мне большую часть идей. Начнем. Пояс для похудения. Это такой пояс, которым ты заматываешься, как бабка Клава, начинаешь потеть, как в бане, становишься пахучим, и потом вся эта история стекает тебе прямо в штаны. А после занятий снимаешь его, у тебя дико чешется живот от раздражения. Кстати, где-то дома у меня до сих пор лежит такой пояс, и признаюсь честно, сжигать жир локально у меня не получилось. Что я вынес из этого опыта? Что похудение не происходит через пот локально. Также потеря большого количества жидкости вызывает. Алло, повышенная температура тела? Я вас вызываю. В общем, это может поднять сильно температуру тела, что вызовет соответствующую реакцию в организме, такую как переутомление, да еще и без должной нагрузки на мышцы. Как мы уже знаем, лишний вес связан как с жиром, так и с лишней жидкостью в организме, которую очень легко убрать при помощи любой кардиотренировки. Также в магазине на диване я воззрел чудесные миостимуляторы. Это такие наклейки с электродами, которые ты крепишь на нужную группу мышц, и ты весь такой лежишь на диване, немного подергиваешься, и жир как бы уходит, а мышца как будто бы качается. Но на самом деле такие тренировки могут быть весьма болезненными. Во-вторых, если посмотреть по статистике из интернета, то обычная ходьба сжигает 200-300 килокалорий в час. А такой сеанс миостимуляции примерно 70-80. Поэтому, если вы в прямом смысле прогуляете такую тренировку, то это пойдет вам только на пользу. Обертывание пищевой пленкой. Руки прочь от пищевой пленки, которая, кстати, тоже из отряда поясных. Выглядит этот способ ровно так же, как и работает. Ну все, меня можно выносить из кадра. Серьги и кольца для похудения. Это вообще что такое? Это магия, возможно, и кто это вообще покупает? Может быть, цыгане? Потому что если вы умудрились продать хотя бы одно кольцо кому-нибудь для похудения, то вы топовый продавец. Пластыри, которые якобы через кожу расщепляют жир. Вы вообще в это верите или верите больше в себя? Как вот у меня, например. Это чтобы бросить курить, это, по-моему, зависимость от кофе, это чтобы сбросить лишний вес, это для хорошей работы головы, это, по-моему, чтобы что-то не забыть. А это тогда от чего? Клизмы! Я даже это комментировать не буду, ну, конечно, только если вам не нравится сам процесс. 25-й кадр. На самом деле я не хочу, чтобы мне внушали отвращение к еде. Я всего лишь хочу разобраться, сколько мне есть и в какое время, потому что я еду люблю. Чудо-кроссовки. Они работают лишь тогда, когда вы проходите в них 5 километров.
Но на самом деле, ну, не всего 5 километров, там особо результата не будет. В общем, 5 километров в день. Но я думаю, что когда ты ходишь 5 километров в день, то и обычные кроссы справятся на ура. А теперь крайне опасные методы, которые могут причинить боль и вред организму. Это рвота, полный отказ от еды, глисты и подобные очень сильно травмирующие методы. Уважайте свою еду и уважайте свое тело, и ни в коем случае не отказывайтесь от еды и не ставьте каких-то жестких экспериментов. Во всем нужно искать баланс. Сам я имел неосторожность в порыве отчаяния попробовать такой метод, как яблочный уксус с медом. Пил я его перед сном в течение недели, и нужно сказать, что с язвой худеть очень и очень просто. Но это на самом деле очень даже не смешно, а опасно. Как итог, могу сказать, что лучшим в похудении является смена образа жизни, смена своих привычек и знание принципов работы организма и заботы о нем. Всем любви, всем здоровых отношений с собственным телом, ну и, конечно же, не забываем сжигать калории лайками и подписками тоже. Там я, это неплохой суп. Там я неплохой суп. Давай еще раз. 25-й кадр. Уже рассказывал о своем... Ну, это хуже гораздо. Ребят, ну согласитесь, этот дубль гораздо хуже. Согласитесь.